Очередное перекрытие дорог в Приморском районе изменит схему движения 8 маршруток и нескольких трамваев. С 1 октября городские власти начнут ремонт дорожного покрытия и рельсов на участке улицы Преображенской от Бунина до Тираспольской площади. Это первый этап ремонтных работ, которые продлятся аж до конца следующего года. Запланирована реконструкция вот этого первого участка, первого этапа, она запланирована до конца этого года. После этого улица Бунина частично уже открывается, опять же, мы сохраняем два ряда, открываем, и происходит дальнейшая реконструкция уже в сторону улицы Пастера. С завтрашнего дня одесситам придется продумывать новые маршруты движения. В частности, 12-й трамвай теперь будет ходить со Слободки только до Херсонского сквера. Информационные щиты с новыми транспортными схемами на упомянутых улицах никто установить не удосужился. Поэтому в мэрии советуют искать необходимую информацию на сайте горсовета.